Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Возведение нового храма в Иерусалиме. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении и с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, главя Господа, за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма пред глазами их, плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.